гибридный. Машина четкая вообще. Мне салон очень понравился. Такой симпатичный. Ну, заехал с такой проблемой. Покупал машину во Владике, и там орлы убрали катализатор. Катализатора уже нету. Попросил заодно почистить систему EGR. Будем не просто чистить, будем глушить сразу. И прошивать на Евро 2 тюнинг. EGR отключать. EV сервис Хабаровск. Они уже подготовили нам прошивочку. И посмотрим, как поедет тачка прокачанная. Пока еще не начали процедуру, нам уже ребята с EV сервис очень помогают нам с прошивками. Прислали уже прошивку подготовленную, мы даже еще ничего сделать не успели. Но так-то крутые парни, у них там ворота четкие. Я бы своего Джеку тоже на воротах нарисовал вот так вот. Самый ответственный момент. Ничего там у нас под капотом не лежит? А, подожди. Все. Ready. Все, круто. Машина работает потом. Сейчас, ну сейчас работа за Джекой. Все процедуры. Обычно все делают наоборот. Сначала все процедуры делают, а потом прошивают. Мы все наоборот. А мы не такие, как все. Отключай, Джексон, сейчас иди, покажем, вот что там. Покажи штучку какую-нибудь, удобно сделано. Ща. Что-то Джек интересный нашел. Аккумулятор. Какие японцы молодцы, да? Сколько тут места, блин, прикольная тачка. Места столько много. Ну ладно, сейчас покажем еще, в каком виде она пришла со Владиком. Тачка. И что будем делать? Будем тут с EGR-ом разбираться, глушить. Катализаторы тут уже удалили. Пробег 200 тысяч, по-моему, на ней. 180. Ну, почти 200. Ну ладно, понеслась работа. Джек, ну что? Обычные 2 ZTR FXE. 30-ка альфа. Блин, ну, для такого кузова, конечно, 1.8. Поэтому он, наверное, жалуется, что она в горку не едет у него. Да? Да, конечно. Че ты... В попытках сматериться, да? Что-то не получается. Я не матерюсь, я же бросил. Да, я знаю, что бросил, ты молодец. Да, охота, конечно. Охота иногда? Ну да. Ну ты избавишься от этой привычки, да, охотой. Да. Так. Это вот теплообменник. Вот. В общем, очень жесткое. Вот этого всего быть не должно. Ничего нового, под солнцем, под японским, под красноярским, да, Джексон тут, о, что, жабо тоже надо снимать, да? Да. Здесь ничего нового, тоже так же, как на всех 30-ках, альфах, даже жабо, попроще. Чуть-чуть попроще здесь, да? Что, денег надо чуть поменьше или нет? Побольше. Побольше чуть? Да. Потому что чуть попроще, денег надо чуть побольше, да? Логика железная. Это тот же Esquire. У него ошибка была по батарейке. Здесь, чтобы батарейку снять, надо передние сидушки. Убираем, назад откручиваем. Снимаем вот эту панель. Так,
убираем ковры. И вот она, батарейка. Смотрим, что там. Грязюка. Ладно, сейчас поставим на стенд, посмотрим, что с ней, да как. В принципе, ничего сложного, чтобы ее снять, нету. Чехан находится, получается, за пассажирским, под пассажирским сиденьем. А, это водительская, под водительским сиденьем. Сзади можно будет добраться до нее. Вот цветный. Вот, ну. Сегодня у нас Миша с ней развлекается, с этой машиной. У Жеки он что-то зеленое в глазу застряло. Ну-ка покажи. Это же доллар, блин. Бакс, да? Бакс, да. Застрял. Да. Как один подписчик сказал, что у вас глаза, говорит. А, он не подписчик, он этот. Как? Антилайкер. Написал, что у вас, говорит, антилайкер. Глаза зеленые от долларов уже. Поэтому надо антилайки ставить. Слушай, самый головняк с этими воздуховодами. Воздуховоды надо по-любому убирать. Их не убрав, не получается достать. Что, не будешь убирать воздуховод? Вытащишь, втаскивается. Не будешь? Иди. Ну ладно, сейчас он на себя пододвинет, я здесь вытащу воздуховод. Давай, ты обходи, может быть, с этой стороны. Еще на тебя подниму. Давай еще поднимем. Чуть-чуть подниму. Все, держу, обходи. Не, так не получится, наверное. Давай, стой, стой, ты давай я сейчас подаешь. Вам помогу. Нет. Ты подтяни, вот отсюда подтяни. Вон, Миша, ты здесь перехватись. Перехватывайся. Без моей помощи, короче, никак. Блин, Джексон-то вообще решает все. Лучше бы, блин, свет сделал. А, Джек? Свет что не сделаешь? Свет что не сделаешь? А? Хороший, вполне свет. Жек, у тебя кепка неправильная. Вот. Как? Будем по какому методу сегодня работать? По Евпатовскому методу будем работать. Что будем делать? Батарейка на тридцатке, на альфе 21.5Q 15 год. Лично мое мнение, что для такого автомобиля это маленькая батарейка. Короче, все один в один, как на Приусе 30, на Приусе Альфа. Автомобиль в два раза больше, а батарейка такая же. Да, Джексон? Да. Скорее всего, из-за этого, и в том числе из-за перегрева, батарейка выходит быстрее из строя. Здесь батарейка наоборот развернутая. На всех предыдущих двадцатки, тридцатки, альфа, все остальное начинается с минуса и пошла. А здесь наоборот она стоит. Поэтому пришлось маленько нам тоже все наоборот подключить. Ну и что мы видим? В принципе, что предполагали, то и увидели. Середина вот только включили, уже видно, что просевшая.
Дальше будет видно. Ну и так все понятно. Вот умеют же японцы делать. Строчечка ровненько. Мягенько, красиво, блин. Сидушки офигенные. Тоже все ровненько. Дизайн в салоне четкий, красивый. Здесь мы бардак небольшой устроили. Даже интересно, когда-нибудь производителей гужулей научатся делать что-нибудь подобное? Или этого мы не увидим? Не на наш век. А хотя как бы пофигу, зато умеют японцы это делать. Так, немного похвалил Toyota. Мне просто нравятся такие машины. Красота. Ока. Сквайр, вернее. То есть вот 3000 уже влили, а здесь все равно видим пьяный лес. Это говорит о том, что все-таки беда с батарейкой. Сейчас еще маленько закачаем, будем разряжать и уже реальную картину увидим. Это все делает. Даже и не прикопаться. Только от одного внешнего вида понимаешь, что он все знает. Батарейка мертвая, что там, 3 элемента по 700 ампер час, остальные пока проверяются. А вот на двух остановилась, смотри, на 11 появил 2000. В общем, батарейка уставшая, будем сейчас смотреть, что из этого всего выйдет. Приехал клиент, приезжал, мы его пригласили, пообщались с ним. Решили, что батарейку будем полностью под замену, потому что батарейка просто хлам. Выше 3000 ампер час нету элементов, они все уставшие, все мертвые. И он нам поведал такую историю, клиент. Оказывается, машину купил месяц назад, когда он. Раньше-то он нам об этом не говорил, хотя пару раз уже у нас был, мы процедуры проделывали разные. Вот эту сеточку достал, он говорит, эта сетка, ну, когда мы ему сказали, что она, скорее всего, батарейка была перегрета, вот он нам показал вот эту сетку, она, говорит, была до такой степени залеплена, как будто, говорит, пластилином ее залепили. А это как раз сетка, которая находится вот здесь, где воздуховод, откуда берется воздух. То есть, где в Японии японцы, или уже у нас где-нибудь там во Владике, в Хабаровске. Ну, сам факт остается фактом. Перегрев батарейки. И что самое интересное, пока вот он ездил на автомобиле, батарейка была перегретая. И, говорит, ни разу не слышал, что срабатывает вентилятор. То есть, вот так. Бывает, батарейку сейчас привезем контрактную, я покажу, она у нас проверенная, она находится у наших партнеров, как бы партнеры нам дают тоже на проверку свои батарейки, которые приходят у них с Японии. То есть мы знаем, в каком она состоянии, наши батарейки, к сожалению, закончились. Так, ну, процедуры проделаны, прошивка залита. Я вот так хотел прокатиться, проверить, как она поехала, потому что клиент жаловался на то, что она не едет. Ну и гололед, короче, снег выпал, гололед. Даже не знаю, как это теперь сделать. Ну ладно. Он скоро приедет нам на замену антифриза, потому что там еще японский антифриз залит. И спросим. Или может быть так напишет о своих ощущениях. Его сервису спасибо. Рад знакомству и сотрудничеству. Полет нормальный, клиент звонил, все ему нравится, всем доволен.
И вот позвонил, попросил нас подобрать ему один из контроллеров. Говорит, больше не хочу прилипать на батарейку. Решил установить. Сейчас посмотрим, что ему подойдет по установке. Никому ничего не хочу навязывать, дабы не было каких-то таких не очень неприятных ситуаций. Вам прежде чем устанавливать, те, кто не знает, что это такое, огромная просьба поинтересоваться. В интернете очень много информации по поводу контроллеров охлаждения. Вещь, лично мое мнение, очень полезна для гибридов. Вам, кто решит себе что-то подобное устанавливать, не заставляю вас отталкиваться от моих слов, а более подробно изучите информацию, более подробно изучить контроллеры. ЕВ-сервис их и выпускает, можете забить. ЕВ-сервис, Хабаровск, контроллер охлаждения. Там очень много информации. А мы поставим на Esquire. Кстати, это уже не первый Esquire, который приезжает на установку вот таких контроллеров. Ладно, всем спасибо за просмотры, за лайки. Подписывайтесь, будем больше снимать. Готовится видео интересное по сейчас по Nissan Note и Power. Интересный случай у нас произошел. Ладно, всем спасибо, всем пока.